Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Юрский мир. Так, заберем с тобой, наверное, пак. Посмотрим. Так, доллары, ДНК, доллары и еда. Плюс очки доверий. Замечательно. Так, там, по-моему, можно будет еще за рекламу глянуть. Но это я уже сделаю позже. Задание. Так, откройте наборы карточек, это я сделал. Используйте в сражении три разных класса животных. Водные первого... Че, первого разряда или первого... Первый раз, фиг знает. Так, покормить не менее двух динозавров и принять участие в PvP-сражениях. Ну что же, это мы с тобой будем делать. Плюс, ребята, у нас есть задание. Купите и разместите игровые автоматы Юрский период. И заберите 3000 монет с диплодока. Именно с него? Че, все собрал, что ли? Так, собрал. А вот это вот, что же за юрский период? Ну-ка посмотрим, ребят. А, он у меня делается. Все, понял. Так, здесь территория у нас расширилась. Шикарно. Так, задание выполнено. Весь мир смотрит. Ну что, забираем награды. Удачи, мистер Масрани. Я уверена, вы справитесь. Спасибо, надеюсь, первое интервью удастся. Весь мир смотрит. Дзинь-дзинь. Зара, это Оуэн. Я не отвлекаю? Нет, все путем. Что случилось? Мне не приходило письмо из отдела по делам ветеранов? Пришел какой-то факс на твое имя. Это не то? Да, скорее всего. Спасибо. Я забегу за ним в офис. Так, соберите из динозавров 100 тысяч монет. Слушай, ну это легко. Надеюсь. Хотя 100 тысяч. Ладно, давай посмотрим, сколько мы здесь с тобой можем срубить финансов. Слушай, я думаю, не очень много. Слушай, хотя по 18 тысяч, тут 5 тысяч, 10 тысяч. Может быть и получится. Так, 4 тысячи. Тут всего лишь 164 монеты. Что-то как-то с кого-то прилично собирается, а с кого-то копейки. Опа, все-таки я успел, да, сделать? Забираем награды. Хоскингс. Алло, это Зара, личный помощник Клэр. Мы вчера встречались. Помню, помню, чем могу помочь? Вы просили сообщить, если Оуэн Грейди будет в офисе. Кажется, я что-то нашла. Ребята, 29 уровень. Так, расширение территории и плюс место раскопок. Получили с тобой. Плюс пак. Доллары, ДНК, монеты и ДНК. Так, отлично. Это нам не нужно. Что у нас тут за задание такое? Время для еще одной схватки. Думаю, тебе понравится сюрприз, который я тебе приготовил. Я уже сделал, ребята, эту схватку 26 уровня. Так что забираем с тобой просто награды. Слушай, так неплохо, да? Опыт дают. Ну, ребята, нам нужно покормить еще одного динозавра. И расширить, естественно, территорию. Давай вот здесь, наверное, мы с тобой сделаем. Покормить. Знаешь, проблема в том, что мне кормить-то некого. Так, а улучшить я могу? Могу. Ага, вот, вот, слушайте, есть, есть, друзья мои. Так, тут еще ДНК у нас. Забираем. Так, купите и... Ну, это понятно. Купите, разместите. Слушай, а куда у нас задание это делалось? Я что-то не понял. Что за дела? Так, друзья мои, я вывел себе, видите, Омегу-09. Ну, как вывел? Это мне дали там по какому-то уровню. Там еще можно было... Так, на новый уровень, на 30-й не хватает. Чуть-чуть буквально. Ладно. Он, короче, ребята, дерется против 20, 16 и, по-моему, 15 волн. Если ты побеждаешь всех, не погибая, тебе дают пак. Но меня сейчас интересует другое. Кого мне покормить? Мне нужно покормить, ребята, срочно. Одного динозавра. Слушай, давай, наверное, вот так вот с тобой сделаем. По-быренькому.
Так, это у нас геозавр. Круто. Так, где же этот геозавр? Вот он. Вот его-то и покормим. Рыбка, рыбка плывет. Опа. И захомячили мы эту рыбку. Главное, что задание выполнили. Так, значит, используют в сражении три разных класса животных, именно водных. Это не амфибия, а именно водных. То есть, грубо говоря, меня подстрекает к тому, чтобы я пошел и дрался вот именно водяными динозаврами, да? Получается так. Сейчас мы это с тобой проверим. У нас очень много с тобой заданий накопилось. Так, и PvP-сражение, естественно. PvP-сражение, давай начнем. Начнем, наверное, с VIP. Так, серебряные награды. Ух ты. Блин, я хочу, ребят, вот этого получить. Метрия Ринха. Блин, он такой мощный. Ну, Пастазу, в принципе, тоже не слабак. Так, Эра Титана можно было бы заработать. Или Анкилозавра со Скалозавром. То есть есть, да, кого получать. Ну что, друзья мои, рванем или вначале сделаем событие? Схватка редких. Три битвы нужно сделать. Давай пойдем сюда, наверное, для начала. Так, Топижара, Дефалозавр и Иритатор. Но здесь все будет простенько. Так, возьмем с тобой Пахицефалозавра. Дальше мы с тобой возьмем Лазуха. И, наверное, возьму. А, это все, что мне доступно? Так. Секунду, тогда придется, наверное, что-то, ребят, другое придумать. Давай, наверное, вот так вот сделаем. И вот так. Поехали. Надеюсь, мы справимся. Так, ну что, Топижара, давай, наверное... Блин, он же переключится на хищника. 100% тебе говорю. Ладно, рискну. Окей. Будет менять или нет? Скорее всего, поменяет. Да, меняет, ребята. И это Иритатор. Атакует. Так, ну что, нам надо брать Кулазуха. Возьму Кулазуха и поставлю, наверное, бонус. Будет атаковать или нет? Меняет. Твою налево. И атакует. То есть совсем оборзевший в корень чувак, да? Так, 4 очка действий у нас. Меняем. Так, он одну атаку провел, да? Раз, два. И вот так. Иди отсюда. Дилофозавр вышел. Ну, он меня ушатает здесь, скорее всего. Три атаки сделал. Зря. Ну что, давайте тогда и мы ему влепим. Сколько нам нужно? Раз, два. Он три атаки принес? Да, три. Значит, мы с тобой сделаем вот так и вот так. Прощай. Так, и выходит Иритатор. Что он будет делать? Все, в атаку сливать, наверное, да? Ну, так и есть. Да, завалил. Ничего не скажешь. Но мы его, естественно, добиваем, ребят. Все, в атаку я делаю, и ему крышка. Как-то так. Ну что, первый поединок за нами. Но нам нужно еще один с тобой сделать, провести, если хотим получить серебряный пак. Так что надо постараться, ребят. Ага, один, еще два. Так, здесь у нас Пирораптор, Карнотавр и Аллозавр. Mmm.
ну что же. Давай-ка начнем, наверное, с кулазуха. Ну, дозуха стоит брать или нет? Даже не знаю. Можно попробовать, конечно, и афиакадоном брать. Или тиротитана. Наверное, мы так с тобой сделаем. Возьму тиротитана и иритатора. Основной дамаг будет у меня делать кулазух. То есть я рассчитываю только на него, ребят. У него все хищники, поэтому менять нам как бы не стоит. Возьму бонус. Так, смотрим, что он будет делать. Атаку делает одну, да? Так, сделаем, попробуем вот так вот. Ах ты, жучара, ты. Смотри, ребят. Ладно, фиг с ним. Что дальше? Еще одну атаку делает. Дела паршиво у нас идут. Раз-два, давай так сделаю. Блин, сейчас этот карнозавр, да? Карнотавр. Три атаки. Четыре. Так, по-моему, нас вынесут сейчас. Так точно. Фу, слушай-ка, нам повезло, ребята. Раз, два, три. Вот так вот я сделаю. Пошел отсюда. Аллозавр. Собственной персоны. У меня, правда, здоровье, ребята, всего лишь 21 единица. Да, нам крышка пробивает. Ну, допустим. Теперь нам остается все сливать, ребята, в атаку. Все абсолютно. Угу. Сколько ему нужно будет нанести? Две атаки, да? Две. В любом случае, мы его добиваем. Иритатор постарается. Даже если он поставил две защиты, мы его все равно пробьем. Все. Победа. Аллозавр отдуплился. Ну что, еще один последний поединок нам нужно. Это битва редких. Так, опять у нас код 19 загорелся. Надо отправлять Оуэна. В этот раз прошло все хорошо. Надеюсь. Так, ну а мы с тобой... Кстати, а тут хозяева тропиков. Надо будет глянуть. Так, ну что у нас тут? Тиранотитан, Иритатор и Рамфоринг. Ну, здесь, ребята, все просто. Нундазуха берем. Против Иритатора мы возьмем Пирораптора. А против Рамфоринга мы возьмем с тобой Диплодока. Вот такая у меня, ребят, комбинация будет. Ну что? Он поменяет, скорее всего, да? Тогда атакуем. Окей. Он будет брать, наверное, Рамфоринга, скорее всего. Нет? Слушай, это уже интересно. Так. Наказали. Он, наверное, все-таки брал бонусные очки. Посмотрим сейчас. Ну да. Он взял одну бонусную очку, ребята, но это ему не поможет. Ах ты, сменил. Так, 200 с лишним, да? Уничтожит или нет? Не получилось. Ну тогда тебе, парень, хана сейчас будет. Естественно, я поставлю в защиту. Он будет сейчас брать Иритатора. 100%... Нет, не стал. Слушай-ка, ну тогда все в атаку. Так, готов. Ну, Иритатор нас сейчас тут уничтожит. Понятное дело. Сейчас он все в атаку сольет. 6. Две в атаку. Получается, сколько же он
Как он сделал? Ну, вряд ли он 4 в защиту поставил, да, друзья мои? Вряд ли. Поэтому проверяем. Да ладно, блин. 4 в защиту влепил, прикинь. Ну, Нундазух в любом случае его уничтожит. Да, тут нам опять крышка. Он слил 3 атаки, верно? Верно. Ну, Нундазух, давай, рвем его. Он одну защиту, наверное, поставил, так и есть. Это ему не поможет. Все, ребята, победа за нами. Так, открываем с тобой пак и смотрим, что нам здесь выпадет. Какая вкусняшка. Так, крутим, 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 вертим. И... гиганотозавр. Такого у меня, ребята, нету. Не было еще. Блин. Хотелось бы такой пак получить. Ну что, мы еще с тобой задание какое-то выполнили. Так, забираем. Так, купите, разместите. А сколько там, ребята, $106, блин, тратить не хочу. Пускай оно само достроится, да? Так, а мы с тобой переходим дальше. События. Без ограничений. Так, Кулазух, Нундазух и Метриоринг. И все водяные, ребята. Все абсолютно водяные. То есть нам понадобится... Топижара, Аэротитан. Твою налево, и чё? Стегу, что ли, брать? Ну, возьмем стегу. Поехали, попробуем, ребят. Так, топижара. Ну, тут, наверное, придется атаковать. Чё уж делать. Вот этот самый мощный, блин, Метриоринг. Так, неужели он делает 2 атаки? Слушай, он ничего не стал делать. Почему? Что он там затеял? Неужели он поставил 2 защиты? Вряд ли. Одну. Так, одну защиту поставил, да? Значит... А вот теперь Бобо будет. Ну, вряд ли он будет все сливать опять же. 2 атаки. 2 атаки, да? Значит, раз-два. И вот так. Прощай, Кулазух. Так, выходит Нундазух. 46 урона. Ребята, 3 очка действий. Хм. Это интересно, что он там придумал. Он одну атаку сделал, да? Одну всего лишь. 2 в запасе у него. Слушай, я рискну. Я все солью, друзья мои. И правильно делаю. Но вот этот, конечно, сейчас меня, скорее всего, порвет. 63 к урону. То есть 2 атаки ему нужно провести. 3 у него остаются в запасе. Так и есть. 3 остается в запасе. Так, сколько ему нужно сделать? 2 атаки, да? Блин, неужели он все в защиту поставит? Ведь может же, да? Блин. Давай я вот так попробую сделать. Окей. Сколько он берет? 5. Если даже 2 атаки сделает, не пробьет. Все, ребята. А я его сейчас уничтожаю. Смотри. Он все абсолютно спустил. А, нет, одну защиту все-таки врубил. Но это не поможет ему. Фью. Ладно. Первый бой за нами. Еще впереди 2 поединка. Так, давай, ДНК, забираем с тобой. И смотрим дальше. Кто на этот раз? Так, микропозавр, прианозух и опять же прианозух. И все редкие. И все водяные. И у всех, посмотри, сколько здоровья. Ёпарасоте, ребят, я не знаю. Как мне тут...
Как мне с ними бороться-то? Тираннозавра брать это бесполезно. У них, ребята, повышенный коэффициент урона по мне будет. По хищникам. Ладно, возьмем топижару, нондазуха. Топижара, нондазух. А нондазух как бы не в тему здесь, если честно. А выбора-то у меня нету. И аэро титана придется вот так вот взять. Блин, этот преназуха, он очень мощный, ребята. Смотри, они мне сейчас на втором поединке дают. О-о-о, 89 к урону. Нифига ты, парень. Интересно, он будет атаковать? Да, скорее всего, будет. Поэтому беру защиту. Смотрим. Два. Два, ребята, в слив идет, прикинь. Ничего не боится, ему по барабану, я смотрю все, да? Давай вот так рискну. Так, ребята, пошло. Пошло у него накопление очков бонусных. Я не могу ему этого позволить, поэтому... А вдруг он защиту поставил? Твою налево. Попробуем так сделать. Ах ты! Вот это жучара, ребята, а? Надо было больше мне брать атаки. Но он сейчас меня уничтожит здесь. Трындец. 75 к атаке у нас. Ну и чё, ребят, это мне надо все слить. 480, да? Ну давай вот так сделаем. ...608 хп. Ну голимый крокодил, а? Сейчас влепит 4... А, 3. Ну это достаточно, чтобы меня, ребят, наказать. Аэротитан. Так, он... 608, да? Ну, попробуем так сделать. Твою дивизию, блин. Надо было на одну атаку побольше взять. Сколько он будет атаковать, ребят? 4. Мне крышка. Пу-пу-пу-пу. Вот сиди и думай, вот как вот с ними бороться, ребята, с этими бизонами, а? Чертовыми. По 500, по 600 хп здоровья. А у меня атака под соточку. Даже не знаю. Так, ну что, пойдем с тобой, наверное, сюда сходим. На випку. Еще не легче. Смотри. Ёк-макарёк. Терезинозавр. Что это? Вот как вот с этими-то быть? Ну ладно, здесь можно топижару, предположим, вернуть. Против нондазуха. Блин, 600 хп. 600, ребят. Так, топижара. Ой, топижара, аэротитан, возвращайся. И возьмем с тобой, наверное... Против этого тираннозавра, наверное, возьмем. Ну, смотри внимательно. Это у нас первый поединок, да? А что я не могу взять-то? Подожди секунду, а почему я не могу взять этого? Дают почему-то только мне... Как его там взять-то? Ментрика... Язык сломаешь, пока выговоришь. Короче, ладно. А здесь я возьму бонус. Неужели будет две атаки делать? Ты посмотри, а? Не боится ничего. Просто не боится ничего, ребята. Раз, два, три. Ладно, этого ушатали. Так. Нундазух. Если две атаки делает, я труп. Аэротитан его не добьет, ребята. 146, а у этого 599. Хотя, подожди, раз, два, три. Хотя ему крышка должна быть.
Отлично. Так, и этот когтистый сейчас выйдет. Терезинозавр. 183 к урону. Делай выводы. Ну что, родной мой, давай покажем ему, где раки зимуют. 548 урона по нему. Ему крышка в любом случае, друзья. Как бы он тут не прикрывался. Шикарно. Так, ну это только первый поединок, да, у нас был? А впереди еще сколько там остается? Да дофигища. Так, а давай ДНК мне. 4 боя еще. Так, смотрим. Микропозавр, тапиелозавр и капразух. Чего? Вы, блин, сейчас издеваетесь, что ли, надо мной? Ну вот как вот, блин, тут можно, ребята, драться? Ну ты посмотри. Нет, мне кажется, я просто бесполезно здесь буду сливать своих динозавров и все. Я понимаю, конечно, награды серебряные и крутые, но... Блин, их хочется пройти. И невозможно, они слишком слабые у меня. Именно динозавры мои слабенькие. Нам нужно кого-то с тобой вывести. Так, ютарапторы, иритаторы. Гигантозавра у меня нету. Он не выведен еще, ребята. Слушай, а лонгозавр у нас вообще какого уровня? 20-го. То есть мне нужно еще двух, да, чтобы перевести его на 30-й. Но мне кажется, оно того не стоит. Или стоит? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Стоит мне аллозавра вообще повышать дальше до 40-го уровня? Так, мне нужны... Знаете, что мне нужны? Мне нужны тропиогнат. Слабый, наверное, будет. Колобринг тоже. Нужно очень побольше летающих, мне кажется, друзья. Джунгариптор, в принципе. Был бы у меня еще хотя бы аэротитан. Мы могли бы скрестить. Был бы хороший летающий динозавр. Аланка. Аланка, ребят, слаба. Джунгариптора, может быть, все-таки вывести. Соединить и сделать из него 20-го ранга. Давай, наверное, Джунгариптора возьмем. Где он там у нас? Джунгариптор. Так, тропиогнат. Вот он. А кто-нибудь есть посерьезнее? Только топижары. Слушай, я могу даже... Давай сделаем с тобой по-быренькому. По-быренькому, да? Поместить. Сейчас я попробую, ребята, их соединить. И посмотрим, что из этого получится. Насколько сильный Джунгариптор. Да, 52 атаки, 136. Но это не серьезно. К атаке 179. Значок собрат. Что за значок? Это что такое, ребят? А как я сюда перешел? Так. Поздравляем, вы получили новую модель голограммы. И что это означает? Ага. Вот, и какие преимущества дает это? Не знаю. Так, секундочку. Остается мне сравнить. Да ты посмотри, блин, ну... Так, значит, смотри, топижара имеет 302 хп, 94, да? Это топижара. А я кого там... Джунгариптор. Да, друзья мои, он слабый. Очень слабый. На Джунгариптере мы с тобой далеко не уедем. И здесь никак, а? Так, что у нас за схватка тут? Давай посмотрим.
Угу, ну здесь можно еще подраться. Так, возьмем Алангозавра. Здесь как раз можно, в принципе, взять Джунгариптера. Не-не-не-не-не. Хотя, смотри, Трапиогнат. Секунду. Трапиогнат будет посерьезнее, чем Джунгариптер. Хотя у Джунгариптера больше атаки. Так, и против этого нам придется взять амфибию. Какая у меня амфибия свободна? Да никакой, да? Блин, ну до зуха, что ли, освобождать? Давай вернем, фиг с ним. Ну что, поехали. Блин, я офигею, схватки по 20 тысяч. Так, что нам, сколько нужно? Две атаки нанести, да? Он же будет менять. 100% он поменяет. И возьмет вот этого. Я прав? Не стал ничего делать. Тогда уничтожаем. Так. Минус один. Диплокалус выходит. Слушай, ну он ушатает. Он сейчас три атаки делает. Нам крышка. Ну а мы с тобой Джунгариптером сейчас его... Да, мы его уничтожим сейчас. Допустим. Так, следующий у нас Аллозавр. Прокачанный. 138. Ему достаточно 2 атаки. Ну, а Нундазух, соответственно, уничтожит его с полтычка. Даже если он сделает одну защиту, мы его все равно порвем. Все, пока. Здесь победа за нами, ребят. Блин, ну как же мне хочется пройти виповскую арену. Даже не знаю. Это мы с тобой прошли. Так, подожди, а задание? Ничего? Все, тишина. Так, используйте в сражении 3 разных класса животных. Водные. 3 разных класса животных. То есть я могу понимать, что это мне надо идти вот сюда, ребят. Они у меня все прокачаны. Давай-ка мы с тобой проверим. 10 уровень. 10 черепаха. 10, ну и легендарный тоже 10. Ладно, поехали. Попробуем с тобой сразиться. Это в схватке, заходим в PvP. Ну, здесь я тебе сразу скажу, мы проиграем. Давай так, наверное, сделаем. И... и вот так. А почему, интересно... А, все, я понял. Тогда лучше вот так вот. Давай посмотрим, кто тут против нас. Ну, здесь ребята дают обычно элитников, редких. Но ты посмотри, сколько здоровья. Вот как вот с ними драться, а? Вот скажи мне, на милость. По 800, по 600, у меня только один. Один водный, как бы, легенда. Поэтому у него еще много хп, но его сейчас тут разнесут. 183 атаки, много здоровья, но атака вообще ни о чем. Офигеть. Элосмозавр, ты прикинь? Какой-то элосмозавр. Вот что он сейчас там сделал, я фиг его знает. Атаковать не будем. Пока не будем, ребят. Так, он копит бонусы, да? Угу, все-таки решил атаковать. Блин, ну вот как вот с такой атакой, ребята, его подбить? Ну как вот, объясни мне. Ну что это? Ну сопли какие-то.
Так, три атаки. Он сейчас, ребята, просто сделает три атаки, и меня снесет отсюда к ядрене фени. Вот и все. Кстати, а у меня вот такого нету. У меня, видишь, только два вида. Ну все, тут, короче, слились. Тут никак, ребята, невозможно победить. Элементарно по атаке, по урону вообще полный трындец. У него тут, смотри, 37 уровень. 37 уровень, 38 уровень. Конечно, тут прокачка, ё-моё, блин. Это ты представь, сколько он играет, чтобы их получить. Или офигенно донатит в пакет. Больше вариантов нету, ребят. Ну, хотя бы одного подбили. Хоть не в сухую проиграли, да? Трикакрумерум. Тринакрумерум. Нифига название. Ну что, ему достаточно 6 атак нанести, и все. Я даже не сомневался, что мы здесь проиграем. Ну, ребят, во-первых, водную арену я открыл только недавно. Во-вторых, у меня очень-очень мало водных динозавров. Поэтому... Может не смеяться. В дальнейшем, поверь мне, мы будем еще рвать их. Задание я не выполнил? Или это не то я сделал? Использую в сражении три разных класса животных. Водные. 1R. Что такое 1R? Вот объясни мне. И чего ты мне показываешь? Не понимаю. Ладно, нам нужно еще принять ПВП-сражение. Еще одно. Еще одно нужно сделать, ребят. Давайте попробуем. Возьмем тираннозавра. Анкилозавра возьмем. И... пускай это будет... Тропиогнат. Не, лучше Диплокаулус. Сейчас же сюда всунут мне, вот посмотри. Сейчас влепят по полной программе. Видишь? Кулазуха первым вставляет. Почему именно кулазуха, а, ребят? Чтоб нанести мне побольше урона. Так, будет атаковать или нет? Будет. Ну тогда я его, ребята, наверное, сейчас уничтожу. Сразу же, причем. Две атаки достаточно, да? Так. Следующий у нас кто там выходит? Спинозавр. Прокачанный. Окей. Ну сколько он? Около 350 отнимет хп, да? Если две атаки нанесет. Угу. 370. Так, а я его пробить-то смогу сам? У него 603 хп. Есть контакт. Так, и последний это Диматрадон. 211 урона. Ему две атаки нужно сделать, ребят. Две атаки. И он их делает. Да, тираннозавр мой отдуплился. Понятное дело, здесь надо вот так делать. У-тю-тю-тю-тю-тю, ребята. Неужели слив? Похоже на то. Давай так попробуем. Так, он взял защиту. Ну, смотри внимательно. Он сейчас, ему достаточно три, друзья мои, три атаки сделать. А он сейчас все четыре влепит, вот поверь мне. Ну вот, я уже просто предвижу наперед, что и как будет. Ну а этого Диматрадон анкилозавр не сможет никак, ребята, победить. Даже если я все солью и я ему нанесу 300 урона всего лишь, да? 315. Жаль, конечно, жаль. Ну, ничего не поделаешь, ребят. И я постарался. Главное, что прошел я это ПВП. Вот
как мне то событие пройти, я не врублюсь. Возьмите трех динозавров. Водных. Непонятно. Так, это мы закроем с тобой. Здесь заберем. Используй в сражении три разных класса животных. Водные. Три разных класса животных. То есть именно животных, не динозавров? Или я чего-то не пойму? Столкновение. Вот как вот это вот пройти, а? Ну ты посмотри, блин, а? 608. Тут нужно прокачивать топижару, скорее всего, на 40-й, ребята, уровень. На 40-й. И именно им как-то пытаться справиться. Так, где у меня там топижары? Вот, еще два у меня есть. Так, кстати, скоро выведется у нас вот этот вот голубчик. Через 15 часов. А вот этот Димитродон или как его, да? По-моему, если не ошибаюсь. Ну, как бы пока, ребята, все. Больше я не смогу пока ничего сделать, потому что все динозавры у меня в откатах, как ты видишь. Хищников против водяных, ну нет смысла ставить. Их будут рвать, просто рвать на куски, в лохмотье. Здесь тоже, блин, не легче. Ну ты посмотри, ну ты... Капразух. Твою налево. Топиелозавр. Это какой-то скрещенный, да, ребята, динозавр? Это, по-моему, топижары с аллозавром, скорее всего, получается. Вот топиелозавр. Он летающий, но против него нужен... Ну, даже, предположим, против него можно будет поставить стегозавра. Против этого поставить топижару. Мне просто неохота сейчас тратить доллары. Я бы мог бы, ребята, их обратно вернуть. Но они слишком дорого будут обходиться. Тут 12. И тут 19. А доллары мне еще понадобятся. Слушай, давай тогда мы, наверное, с тобой на сегодня закончим. А завтра... Тут уже 13 часов, 14 часов. То есть время еще есть, да? А завтра попробуем допройти все это дело. Я думаю, что это будет справедливо. Да? Плюс вот это вот. Что у нас там? Купить и разместить игровой автомат, который у меня где-то строится. Вот он. Игровой автомат. Ну да. Как-то так. Ладно, друзья мои. Будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.